Наяться не хочет он играть. Да не, наверное, малость поиграем, я пойду все же покушаю, телек посмотрю. Ну, так сказать, расслаблюсь. Че, батл пас какой-то насрали, что ли? Че это такое? Че? Какой-то батл пас насрали. Так, погоди, а что за хуйня? Ну, ок. Оп, все, заработал. Нахуй, клоус. Ок. Все, приглашай. А у меня все еще коннекса к серверам. Сейчас скин кролика был. Да. Бля, чё это кролик какой-то пропрыгал? Они новый ивент ввели. Поехали на ивент. Давай попробуем. А чё делать-то надо? В play bunny bash. Hold the platform. А, ну, hold the platform мы можем. Как их переводится, кстати? Держите платформу. Бля, какой же английский язык конченый, блядь. Я вообще терпеть его нахуй не могу. Capture and hold the platform to advance. Блядь, буквально. Захватите и удерживайте платформу для дополнительного. Блядь. Для преимущества. Ну, advance вообще обычно переводится как Я не понял, а чё я не игра? Так, чё за хуйня? ФАМАС и дробовики только. Из гаджетов фак. Дата решейпер, зипка и дефибриллятор. Бля, ну я не игра теперь. Ты черненький. Ты шоколадка. Ну охуенно, она, бля, очередями стреляет. Ну все, считает. Я нанесу 0 урона за эту игру, блядь. Что это? Я просто турник поставил, блин. Да, у тебя зипка. Ребятки с ФАМАСом в арене. Не, я не умею абсолютно стрелять с этого.
с оружием, которое очередями стреляет. Блять, начинается. Все, я за лайком буду с пистолетом бегать. Блять, она тоже очередями стреляет. Но это издевательство, нахуй. Одного забрал. Забрал одного. Я и Пасха, блять. Это все из-за Пасхи, блять, начинается вот эта вся дичь. А у Хэвика только КАЕ, дробовик и молот, я понял. Так, ну все, мы въебали. Incredible match concludes with the Vogues as the victors. And with да. Ганник, говноеды, блядь. Смотри, на пидора похож. Осуждаю. Ну, хочешь, скинчики поменяем на ивент? Бля, мы, кстати, вдвоем только единственные, кто что-то сделали в игре. У нас Combat Score и Objective самый большой. Бутальпус. Хорош. Они типа на Пасху эту хуйню захуярили? Так Пасха, блядь, была хуй знает когда уже. Или нет? Ну, ивент с яйцами и кроличьими, это под это обычно. Нет, еще не начиналось. Ты еще куличи же не жрал? Так я, блядь, их и не буду, скорее всего, жрать. Я даже не узнаю, да, что Пасха настала. Где кто-нибудь, если скажет, то, что она настала-то? Ну, это обычный этот самый, 5 на 5, который. Да, блин, на заставке яйцо, которое держит дробовик. Так, Ryzen загружается. Что это за карта? Не вспомню. Бля, Horizon это не та карта, которую я терпеть не могу. Ты чё, только что заметил, что она же? Так, зиплайн нахуй. Джампад вместо зиплайна. Вместо решартера первый гранет на Хэвика. Думщилд. Вообще не знаю, что это такое, эксплозив майк. Щит, который поглощает урон 360 сферический. Так,
Опять негры с дробовиком. Блять, это моя самая нелюбимая нахуй. Карта. Минус один. Разбирайтесь с платформой, я пока это сам. Ага, вижу. The ultra rares have it locked down, and the platform is gliding along. Противник на доме справа упал. На платформу. Вижу. Блять. Ухо. Понятно. Блядь, да ну нахуй, у него там один КП оставался. Все элки играют с ДМРкой. Минус. Хорошо. Блять, меня другой цейлик на платформе убил. Бля, я кого-то убил. Да. Домой, сука. Бля, там еще какая-то хуйня была. А, не заебали ебаные снайперы нахуй. Тут видишь, плюшки раздают за то, что ты выполнишь все задания этого ивента. Я, блядь, не понимаю, откуда в меня стреляют. Ну, с трех сторон, ебаный в рот. Вообще издевательство, они просто, блядь, с 10 сторон стоят. Репорт, типа, с наводочкой бегает. Блядь, и по счету видно же то, что я не ЛС. Ну, понятное дело, то, что я ЛС, но в этой игре я не ЛС.
Там у типа, блядь, три... I'm a log. Ну ты понимаешь, типок берет, сразу наводится в голову все. Бля, вот гандон. Он ни одного мяса не сделал во время стрельбы, что тебе еще сказать? Ну, по счету же видно, то, что я, блядь, навалил. Нормально, нормально, блядь, не бесись. Да, бля, у меня просто бомбит. Ну, что за хуйня? Гандоном. Так, твоя идея. Я буду выполнять квесты все, выполню плюшки, получу и потом пойду обычный режим. А что за квесты вообще? Блядь, ну ты посмотри, квесты ивента, блядь, вот только что было. Ой, да, пизду нахуй. Но у меня батл пасс куплен 51 уровня уже, мне есть смысл. У меня тут плей 3 раунда с визуалайта, бил. 3 с легким, 3 с хэвиком, возродить 6 тиммейтов. Еще 2 квеста не успел прочитать. Блин, почему вот эти вот яйца, которые не на локе спавнят, их нельзя брать в руки? Было бы забавно. О, сейчас темно будет. Ночь? Ну, два... А, не, погоди, нет. Два дня. Саня ПМ. Посмотрим. Опять элки, ну ладно, у нас элка есть? Нет, я элку возьму. Трекинг дарт и ванишинг бомб. Блин, возьму... Ой, блин, ну не-не, вот так вот. The Live Wires versus the Vogues. Unleash our contestants. Блин, тяжеловато там мне, конечно, не замедлил, но играть. Браво, Ром, у тебя чипок на боксе. Блять, да у меня как-то уже нихуя нет. У яйца. МТ. Мне со всех сторон башит. Блять, сука, там мин нахуй, просто. Да это я и насрал. Справа, у меня трупа челик к тебе бежит. На трассе. Я вижу. Блять, у нас типа опять АФКшник, ну вы серьезно? Домой. Блять, ну против троих я не смог бы. Слушай, а дорти, который позволяет отслеживать, классная вещь.
блядь, на мини подорвался. В кого есть трекинг дарт кинуть? Не, я ухожу. Меня несколько человек атакуют. Блять, вот сука. Ефрейтор. Хэвика забрал. Трекинг дарта. А, он стоит на гухе и фокусит. Убил чувака на платформе, но у меня 5 кп, я отхожу. У меня там нет шансов. Принял. Блять, тут зайчик бегает. Да тут все мы зайчики, ты чё? Не, именно в прямом смысле зайчик. Там эти гравитационный куб стоит, держи в курсе. Бля, я не смог его перестрелять, я пока... Что-то непонятно куда стрелял. Ну, блин, там управление инвертируется, поэтому это не совсем просто. Блять, не докинул. Блять, он просто стоит и дрочит. Еще один залетает. Ретро инвейжн. Мина что-то сработала, да? Да, скорее всего, я там минус сру по КД. Хорошо.
Ах, ебать, она нас двоих ёбнула. Собака. Большой рейнджой просто не стреляйся с ПП, с дробовика, оно просто не потянет. Потянет, потянет. Я 300 урона с двух выстрелов. Ладно, проебали. Да все, ебальник свой закрой. Так скажи то, что отсосали. Ты про чё? Не, ну кстати, у нас все играли плюс-минус норм. А, дел... Что? Дел один дэмэдж, вы что, 1000? Слушай, а экспы нормально сыпят? Ща, я пойду пасу и пошли дальше. Банибаш. Дил 1000 дэмэдж в СД гаджетс. А, зэгэк тилок. Комплитер ССХ волкэшаутс. Ну ладно. А в еженедельках? Open on vault. Окей. Окей. Бандлы. Ага. Слушай, а дробовик это же вообще это скрытый гем против лайтов. Там, короче, дробовик, он в принципе, ну, довольно дальнобойный здесь сделан, и он сносит примерно, я не знаю, 4/5 хп лайта с выстрела. Да. Ну, типа, он реально жесткий. Так, че, снова бани ваш или пойдем уже в норм? Бани, бани, бани. Квестики сделаем и пойдем играть в обычный. Я, блядь, даже не пойму, что за... А, блядь, теперь понял, что за квестики. Там по три катки скака, по три катки селки, три сэмки, три сашка, шесть тиммейтов, косарь дамага с утилок и еще что-то, блядь, что забываю, блядь. Ой, да мне эти квестики, честно говоря, в хуй не вперлись. Ты понимаешь, они мой батл пас качают, может, если ты не знаешь. Ну, если хочет, качай, я, блядь, буду играть за кого захочется. Так, давай пира, эксплозив мина и газ. Ну, газ, наверное, будет в этом случае. Давай. Remember, in today's match, being fast is good, but being a clever bunny, now that's exceptional.
сразу гранат насрал. Кто-то дартом помесил, да, Элко? Так, одного вырубил. Еще одну гранату насрал. Я понял, кто ты. Да, еще одного вырубил. Кто-то дартом пометил? Блять, да кто по мне стреляет, нахуй? Это все наши мины? Блять, меня убили, сука, не попал нахуй один раз. Ну ты ща. Я вообще срал своими минами. Они еще вроде не сработали. По-моему, сработали. Там две мои... Опа, у нас один чувак читает. Да, у нас один чувак читает. Да за кем я наблюдаю? Да ведь сиськи. У меня антигравитанка кончилась. Нужен еще один кубик. Я иду срать минами. Насрал мины. Блять. Ты кого-то увидел? Нет. Вот увидел. Впереди у вас в доме. Да ладно! Блять, тут трое нахуй было. И вивы. Пускай заходят втроем. Я понял, как против с антигравитанкой играть. Ну типа она воздух, она двигается вместе с платформой с тобой. Прикладом на. Угу. Мне дробовик нравится, с него классно стрелять.
В этом режиме, да. О, ля, во, мы вышли. Ля какой. Да. Так, ну в этом... Ладно, в этой игре я почти вообще нихуя не сделал. Судя по всему. Хотя, блин, ну я минами срал по КД. Поехали дальше. Банни Бэш? Конечно. Ревайв и тиммейт. Дэмэдж and opponent with fire. Deal 2000 damage to opponents with gadgets. Хуйня, короче. Давай только next уже нормальную, а не вот это говно. Да ладно тебе. Да она просто не особо веселая, я тебе так скажу. Блять, тебе все не веселое, ты заебал. Бля, я что, виноват то, что разрабы говно делают? Трипанк мне весело, например. Меня, блядь, Влад заебал, он постоянно говорит... А трипанк... я говорю нет. Он постоянно говорит, трипанк это кал. Я поддерживаю его. Блядь, тебе все говорят, не... что это кал. Вы даже не пробовали, блядь. Это охуенная игра, это тупо топ. Это херня из-под коня. Ну, мы ночью играем, after morning, час ночи. Сам ты Клернайт. Она может быть из-под коня, но только чисто из-за того, что это была моя рекомендация. Так, газ, пира и эксплозив майн. Бля, таким ники я там ору. Бейден. Слушай, оно еще ни хера не видно практически, скажем так. Да, есть такой момент. Сразу выебали. Ну, я успел нанести свои 500 урона. Ко мне еще хэви залетел. Я двоих убил на платформе. Ну ладно, вопросов нет. Хедшот. Блядь, чувак, за что ты меня поджег? Блядь, че за ожесточенная война идет? Блядь, меня... О, это бил.
Ну а ты хотел веселый ожесточенный матч? Вот тебе катка. Ну это пока интересно идет. Ты видел, как ворвался в типа? Снизу. Гравитонки кинул. Ай, блин, да как я не попал-то? Ну ладно, его добили. Чё? Чья-то минка сработала? Моя, скорее всего. Попал. А я добил. На нижнем этаже. Молот. Блять, не добил. Сука. Хэвик залезь с молотом. Блин, ну согласись, веселая игра. Я не знаю, что ты залупаешься. Нормальная карта, блять. Нормальный режим. Не, мне карта вообще не нравится. Меня в гравитанке пробивают. Девять три. Бля, веселье, просто за робу все за платформу беру борются. Хорош. Дом щелда не хватает, реально. А, они мне сломали гравику? Нихера себе. У меня кубик в КД. Ром. А чё ты залетает? По-моему, кого-то цел 0.6 у них. А, вот так вот. НТ. Изи. ГГ. Изи вен. Попустили, попустили, бля, малюток. 10-2-5, мой КД просто в небо улетел.
Что, еще я в обычку или снова эту хуйню? Дальше, дальше, дальше. Ну, блин. Да, блин, мне эта карта не нравится просто. Прекрати. Нормальная мапа. Блять, 1000 дамага с мин, просто. А где вторая рука у этого яйца на заставке? Ну, видимо, вот и звук торчит, или что-то такое. Мне показалось ли там 5 ямок? Мы супер псы. Ну или сверх псы. Овердокс. Двоих снял. Ром, там много ямок, тяжело выносить с ДМРкой. Блять, ну третьего я не смог переселить. Откуда его? Вижу. Трекинг-дар. Пометили свою территорию, блять. Бля, как они меня видят? А тебя дартом метят? Да ладно! Ну, 5 хп, я ухожу. Ну, и тут ебашит, что ли. Ты чё, на консоли играешь, блядь? На геймпаде, что ли? Чё ты с управлением? Блядь, он меня преследовал до последнего. Да ладно! Что с дамагом у Скаров? Ну подождите!
Я в домике, я в домике. Я опять один патрон не снес, типа. Блять. Эй, блан, перворуки, сука. Блять. Справа бежит. Это не за мной смотрит. А че, из квадротика метить? Блять. Да, да вижу. Только они как эти самые, как, блядь, ёбаные тараканы, нахуй. Ой, стоят. Втроем стоят на крыше хэппика. Ну пусть будет хэппи мол. Я хочу яйца взять. Тут можно яички брать? Ой. Что, есть инфа по Вижену? Они все на платформе. На нахуй! Через Ванишу нашел. Дартом помечу сейчас. Бля, это просто влет, яру нахрен. Сколько фамасов на мапе? Просто ров, все с фамасами медиума у них. Тут есть снайпер, говорят. Снял. Ебать, а куда тут лезть? Бля, да как она меня перебила, нахуй? Рональдини с прикладом переиграл. Переиграл. Хорош. У
них двое на платформе. Их четверо на платформе. Все. Но мы пытались. Ну да. Concludes with the ultra rares as the victors, and with that, we'll see you next time at the finals. ГГ, или сказать. Три гадки с медиум билдом осталось, и три ревайва. Не, я так к ним врывался, бля, охуительно. Сука, ну не хватает это самое турелька какой-нибудь или что-то подобное. Тогда с турелькой бы все играли. Но тут другой альтернативы на медиуме пока нет. Так, ну дай подумать. Может мне на туре надо за медиума сыграть? Я просто на медиуме получше играю, чем я. Хэвики, ёбаным. Но эти вообще ненавижу играть. Чё-то этот, все бегают с этими сраными и с каюшками. Какими с каюшками? Ну вот эта вот хуйня полуавтоматическая, блядь. Брехня. С фомасками? Нет, не фомаски, а с каюшки именно. Я тебе про лайтов говорю, а не про медиумов. Это у медиумов фомасы. У лайтов ДМР-ка нехуёвая, запускай. А, ДМР, да. Чё, блин. Ну вот это вот хуйня, дорогой. Потому что она ультимативная. Я тебе скажу так. Да он дамажит, блядь, что-то просто пиздец. Она, блядь, больше, чем, наверное, дробовик вплотную. Да. Так, сейчас я пойду пасу и это самое интересное. Все, запускаю. Я не знаю, мне как-то на медиуме больше нравится играть. Просто бегаешь, трешь минами во все стороны и ты уже полезен. Чем меньше надо делать, тем лучше. Забавно, конечно, это слышать от человека, который, блядь, все игры проходит на харде. Но тем не менее. Ну ладно, единственная игра, которая на харде не проходила, это была Санаби.
Просто я не был готов к такого рода играм. Я ее прошел на сложном. А, не, или на среднем. Я не помню. Ну не, Тимо, нет, мы воитетаан тää матси. Ei voiteta. Да, да. Тимо, yritystä peliä. Tavoitteet on korkeat. Niin, aivan liian korkeat. В игре? Miksu? Тимо, yritä! No. Tiedätkö mitä? Mun, se siinä meidän videolla on yksi katsoja. Ja se olen minä. Oletko? En. Kuka se on? Mä en tiedä, mä en halua kysyä siltä. Who watched? Teet oman video vielä erikseen sieltä. Kuka katsoi meidän edellisen video? Kyllä, se on voitto nyt. Ты обычно запустил? Не. А с хера у меня хилинг бьем? Магазин закончился, приклад вступает в дело. Приклада первого хорош. Мне придется все же за Хэвика играть, потому что я ебал дремал с помощью А, я теперь понятно, как зипкой пользоваться. Одного патрона не хватило. Вот это вы залетели неплохо так. Кандеки? Я двоих убил на платформе. А я залетел в троих, мне не хватило, просто меня забулили. Знаешь, что минус Фомаса? Ты за 9 тапов весь магазин расстреливаешь. Алло, а можно урон? Граната своей кого-то убил. The jet setters now command that platform. Ах ты сука. Да ладно, задолбали! Ах,
Mhm. Сука, блядь, все таки добило меня. Soaring into action. The jet center show some promise. Как ты на мини не подорвался-то, блин? Дурачок. Понятно, не успел ревайвнуть, меня уже додосит. Хорош. Да, я тупо с ноги ворвался. Блять, ну откуда вот война идет? Чё, есть ещё одна пена? Бля, понятно, пока я ревивлю, типа, меня бьет. Она нас всех вообще вырубила. Я что-то не понимаю, вот у нас в цепях стоит варенье, понимает, что спину долбят. Чё он там, блядь, затупает, блядь, залипает, блядь, я не понимаю, над чем. Блять, я в текстурах застрял. Бля, ну тебе охуенно, а я в текстурах застрял. Блять, выпустите нахуй. Ты как в гухе застрял? Да.
все, спасибо. Жесть, чем залива? Как все друг друга заливают ману, блять. Станешь? Не, все, мы победили. У нас какая-то команда пацифистов, и никто не хочет стрелять, все просто друг друга ревайвают. Просто все PHP-шники собрались, сервер-админы. Чё, давай обычку или еще раз? Бани бэш. А, Макс? Мне ни одного ревайва не засчитали. Блин, я упал. Ну все, ладно. Давай тогда бани бэш. Угу. Блин, да мало очков насыпают вот этих ВРС, всегда закатку. А мне вообще, честно говоря, на них насрать. Играем, играем. Макс, ты это тебе все время там какой-то рейтинг нужен или еще что-то подобное. Мне просто, ну, в игру играем, играем. Мне и внешка, в принципе, не нужна. Но иногда бывает прикольно. Вот, например, такой же класс, как у тебя, мне хотелось бы. Просто шутки ради. Зип-зип. Бля, как мне не нравится эта локация. Как она меня доебала уже. Как у Гарик пердак у Ромы. Бля, почему не есть автомат, а у меня нету? Бля, я бы играл за мидла, если бы мне автомат дали. Что там, блядь, у вас происходит? Ебать, я... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я дал 8 людям урон. И при этом кого-то убил, и потом умер сам. Блядь.
Mhm. Ультимати у нас залетел. Yes, yes, yes. Я ж убил уже двоих. Таким образом. Хорош. Хэвик такой, лечу к твоей, ну ты понял дальше. Сука, блядь, одного выстрела не хватило. Двух. Одного, одного. У меня там 10 хп буквально осталось. Ай, забайтил хэвика на меня. Угу. Но у них было более точное оружие. Забайтил, забайтил. А где у них халка? Ах ты, сука, блядь. Да.
Ай, блядь! Сука, сзади забежала! Шалава, блядь! Блин, жесткая игра. Мы не можем ее сдвинуть с мертвой точки. Все борются. Эти хелки заебали, блядь. Сидят по углам этих ебучих построек, блядь. Ну давай я их убил, двух еще не смог. Все, они резнули еще одного. В сайт не залетай, там 4 мины стоят. Это мои, блин. Нет, там красные мины, помечены чужими. Спасибо, Витя. Бля, ну это пиздец просто, блядь, афган какой-то, не на. Блядь, что меня вообще убило? На стрит что-то, блядь, вырубило. Там легкие сидят на кемпе, я их ловлю, попробую еще одного найти. Бля. Ну все, это ГГ-ха. А не, еще 3 минуты. Ай, да, все. Eliminated. The Retros charted a course to the next time on Power Shift. Thanks again to our sponsors and to our viewers at home. Не, ну это кал какой-то, я не знаю, но... Опять начинается кал ему, все, Рома, прекрати. Бля, ну мы сражались как ебаные тигры, нахуй, а нам все равно хуё в защику накидали. Блядь, угомонись уже, бля. Так, чё, запускать нормальную или эту снова? Еще одну надо два ревайва сделать, хоть кого под... Блядь, давай я буду намеренно фидить, и ты меня поднимешь. Ты только попробуй фидануть так, чтобы я тебе мог унести в безопасное место твою, твою модельку. На твичике привет, зритель. Да, привет. Привет, братан. Блядь, два ревайва и один с медиум осталось, и все есть, и все получено с зайцев с ивента. У меня почему-то все квесты выполнились, при том то, что я даже не знал то, что они существуют.
Ты все 6 выполнил? Ну, у меня последний 6 остался, это чисто ревайвы, и все. У меня тоже. Но я сейчас с медиум поиграю. А может быть это его ухо в правой руке держит дробовичок? Блин, не знаю. Представляешь, приходишь собирать полянку, а там тебя ждет такое яйцо с дробовиком, блядь. Мне кажется, у него там течет мед. То есть он просто к неправильным пчелам пошел. Я хуй знаю. Так, давай, я опять хэвика беру. Так, бейс, эксплозив и пира. Кстати, на дробовике они милый скин предлагают, да? Вот этот желтый с яйцами. Ну да, смотри, какой я красавчик. Блин, как мне нравится вот эта вот заставка, когда они в этот самый, когда они начинают игру. Да, но это же арена. Но она очень круто выглядит. Захватывают. Блять, сразу прессинг в меня дали. Меня убили. Но я успел Я успел мин насрать. Опять это начинается с хэви, с легкими война, которые сидят по краям, блядь, дома. По краям этой улицы. Вижу. Хоть в пору, хоть разрушаем постройки. Не пикай. Там ДМРка. Блять, ну платформа не наша. Блять, ну их просто дохуя, они со всех сторон. Я видел, тебя прям трое рашили. Да. Не, мне кажется, мы зальем эту катку. Пофигу. Ой-ой-ой, нихуя себе. Слушай, мне кажется, там кто-то с ассистаином ебашит. Есть такое, да, чувствуется прям, у кого-то наводочка прям так играет, причем софтварная. Нормально так он спрыгнул мне на лицо. Ревенант 109, у него походу софтфорд стоит. Домой. Я одного с платформы выгнал. Выгнал. Блять, что меня замедлило, блять? Постройка, граница постройки, это ревайвно. Да? У него эм-ассист. У него ДМРка стреляет, как будто это автомат. Ну там прям вообще люди за хлоп. Бля, ну они просто проход не дают.
And there it is. The tough shells grab control. Put them toward their base. Не получилось, да? Да блять, я же шоком ударил модельку, почему она не ревайвает? Да не, там как минимум два человека с аим-ассистом лютом играют. Но они вот мне показалось, что вот этот дробовичок с аим-ассистом. Но они просто, блин, слишком жестко ебашат. Угу. Блять, я дебила кусок. Блять, я не допрыгнул. Да ты пошел нахер! Да, рассказывай, блядь. Ебать, он с ДМР в натуре вообще не промахивается. Да, на эмлоку чувака подтвердился еще разок. Все, выполнилось. Один остался. Бля, ну давай я сейчас сольюсь. Проблема около в том, тебя, что ты... Около тебя. Умер. Скажешь, выполнилось или нет? Да. Так мы после катки узнаем, Ром, тут же нету ингейм прогресс отображения. Ты знаешь же, да? Ну, что да, прогресс в выполнении квестов в ингейме отсутствует, надо ждать. Ой, у чувака, у кого-то из них еще и Банни Хоп играет. Ну, против которого мы сейчас ебашились. Он тоже 4 рубля ебаный. Бля, кохуй, у меня саппорт-спор, но... Ну, вроде нормально саппортит. Саппорт-спор это, скорее всего, заливы считаются. Чё, засчитало? Всё, да, всё получил, поехали. Все, поехали в нормальную, блядь. Поехали, блядь. Поехали в турнемент. How was your last match? Чего? Ром? Че? Открой Quick Play, смотри, еще один режим залили. Блядь, ну сейчас, погоди, у меня how was your last match? Your feedback is impotent, to us. Select Oni. To the answer below. Below. Ну, выбери, что ты считаешь. Так, всё. Позитив. Good team coordination. Я бы ничего не выбирал. Coordination — это там, где я работаю, поэтому это явно не good team. Close game. Так, давай подумаем, насколько close game было. Ну, в принципе, класс был Агами, потому что
Ну, читаки, сука, заебали. Да. Friendly teammates. Они ничего не говорили. Поэтому это точно не то. Они, ну, мы не знаем, они friendly или угли. Crushed by opponents. За единственный ответ. Good map and events. Ивент мне, честно говоря, вообще не понравился, а мапа то вообще кал. We played well. Ром, ты же знаешь, что тут отмечать. Да, we played well, это точно нужно ответить. Нет, так, надо отметить crushed by opponents. Ну, здесь, к сожалению, такого нету. Так, негатив. Есть, в негативках есть crushed by opponents. Poor team coordination. Вот это да, есть такое. Вот хуёвая координация команды что-то была. Ром, opponents. Ты как координатор не доработал, ты хуёво сразу работаешь. Смотри, crushed by opponents. Ну, crushed, я помню, был у тебя, что-то не подключилось. Нет, круш через ю, то есть были, ну, скажем так, жесткие доминации над нами. А, не, я до этого еще не дошел. Ну, это оно и есть, там круш через ю. Toxic behavior. Toxic behavior мы наблюдали, да, мы наблюдали очень хуево сделанную карту, поэтому она была toxic по-любому. Так, poor map and events. Ой. Скажи, вы меня зря триггернули на это, да? Я отмечу этот момент. Все, я отмечаю, я даже дальше читать не хочу. Ну ладно, я на всякий случай прочитаю, потому что мы вроде как стримим, поэтому надо мне еще так сказать. We played poorly. Ну, мы всегда плеем пурли, поэтому это даже это можно выкинуть из выбора. Poor loadout choices. Не. Loadout — это билды, с которыми мы играем. Ну, блин, тут loadout реально конченый. Да, вода вот кончено был, но вот Poor Map and Evans, вот я не могу это не выбрать. Send feedback. Thank you for playing us. Improve the finals. Ром, не забудь переключить на студийный микрофон обратно. Где? У меня сейчас что, не на студийнике, что ли? Нет, я так понимаю, у тебя опять триггернулся этот микрофон на наушниках. А ну, подожди, что ли? Проверю. Так, голос и видео. А ну, сейчас нормально или, да. Или как? Нормально. Бля, у меня в натуре, походу, перетриггерился микрофон. Ну, короче, я высказал свое мнение. Ивент говно. Ой, ну я хотел сказать, он не удался. Ивент говно, лоудаут говно, софтлок... Одним словом это можно описать. То, что было. Блин, это, кстати, странно, то, что у меня все время перекидывается на этот самый. Она, походу, начала на вебку перекидываться. И этот, после перезагрузки, потому что у микрофона, ну, собственный драйвер. Запускай. Сейчас, погоди. Во-первых, хочу купить кал какой-нибудь. На алмазы.
Ну-ка, 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 еще Рома купит. Интересно. Так, я купил ульту. Дробовик. Мне дробовик понравился. С ним прикольно играть. Ты будешь на хавике играть? Да нет, че. Так дробовик у хавика же. Или ты купил этот Ремингтон, который у медиума? Не, я просто купил, чтобы этот самый, чтобы алмазы не пропадали, потому что их ограниченное количество. А что, ты уже 3К накопил? Да, у меня 3К. Покупай, было. Покупай дальше. Ну, все, я бы предложил начать с самого дорогого эквипа, вот который 1600 стоит у каждого класса. Типа, если на него... Я уже все купил, поэтому это самое. Сейчас я пойду пасу и давай играть в нормальную игру, а не в этот ивент ебаный. Да. Одобряю. Вообще, 2 минуты буквально. А, кстати, Макс, это самое. Что-то мне Саня напомнил. Напиши Катюхе, может быть, мы Ghost Watchers поиграем. Я тебя, к слову, не слышу. Я подумаю. Ну как все деньги не тратить, заебал. Сейчас я замучусь на секунду. Угу.
Так, я тут. Ты знал то, что этот самый, то, что Саня нацист? Ты террорист, блин. Чё у вас там происходит? Он за пивом не хочет бегать. Какая печалька. За пивом не хотят идти, е-мое, бедный Рома. Да пиздец, ну бля, это фашизм. Я не знаю, это фашизм в чистом виде. Трум. Спокойней, спокойней, зачилься. А чё, Макс, ну скажи, чё может быть хуже, чем лишить человека пива? Одобряю решение Влада. Тебе хватит сегодня. Так, блядь, тоже рот закрой. Так, всё, я кидаюсь в Влада подушками. А он тебе кинет говном в ответ. Не, если он не кинет говном в ответ, то... Это я еще не придумал, что делать. Блядь, иди за пивом. Блядь, Сань, ты же знаешь, что будет, если я пойду. Мне либо ебало набьют, либо я упаду нахуй где-нибудь и обрыгаюсь. Рома, тебе хватит реально. Успока, угомонись. Вот, блядь. Ну, угомонись. Он противник человечества, он людей не любит. Так, погоди, так, джемпад, газмайн, эксплозив майн, все нормально. А мы чем собрались хэви как контрит в сайт точке? Ром? Я без понятия. Блять, я еблан. Ром. Ром, жизненно важно развалить кран, на который сидит кемпер. Он играть не даст. Ну, я саппорт, я просто буду пытаться как-то защитить платформу. Hello. Привет. Привет. Как дела? Нормально. Ты как там? Потихонечку. Работаем, так сказать. Зашла поздороваться. Хорошего вечера. И сделаю тебе бук. Давайте, хитленько. Давай. Понятно. Понятно, катальщик, чувак. Вызов принят, базару Зира. Хотя у нас есть три елки, которые должны... Блядь, я не могу занять платформу, чтобы ее задефать. Под чуваком, который с ником Коп, под ним кемпа, на ним кемпа играет. Чё, опять одокалиточная? Да, это жизнь, да.
Темпа опять развлекается, никто его не зонит. Бля, да чё они так прицельно-то стреляют, ну? Чё, ещё один с своим локом хочешь сказать? Ну ты знаешь, я это... диагнозов, так сказать, не ставлю заранее. Ну, просто чувак по мне вообще не промазывает. Бля, опять понятно все. Нихера, они там мим насрали. Блять, они нашими же методами играют. Блин, братан, мне что-то сложно против них играть. Я тебя понимаю. Блять, у нас 3 снайпера, но это вообще пиздец. Видите, блять, нет, у нас не снайперы же, вроде. Блять, они на... Они... Там на платформе уже мин насрано больше, чем пальцев на руке. Я просто каждый раз, когда пытаюсь заплатить эту самую, я просто взрываюсь. Нахуй я тем же методами буду играть, нахуй, на сроме. Медиум с подствольного гранатомета играет в них. Блять, но крат под него все еще свободен, да, смотрю. Да, все еще кемп играет с краном, может будет играть дальше. Гранатометчик все наши мины ломает, Рома. Да мне вообще похуй, я пошел это самое захватывать. Ты не понимаешь, потому он тебе запросы с гранатомета ломает нашу турельку. В окне! Блять, они с нескольких сторон башни нас. Да? Нашел, кто у них играет. Вижу, суку, на вверху. Все, что ты ставишь для захода и на взрыв, у гранатомет ломает. У них пизда с катаной бегает. Да.
Слушай, по-моему, Хэвик тоже с каким чем-то типа гранатомет играет, сказал. Great showing from our team so far. We've been seeing a lot of grit and determination in the arena today. You said it, Scotty. Having one objective. Блять, это... Сука, это фонарь. Карика меня саму. Я так говорю. Я дель. Снайпер опять играет, но его никто не... Ему не... Его никто не разминает. Блять, нам нужно, чтобы кто-то был на платформе. Блять, меня просто граната прилетела. Когда я на платформе оказался. Они, блядь, друг по другу попасть не могут, кемпер с кемпером играет. На церкви есть. Пока у них есть кому протектить. У них гранатометчик есть, который все мины ломает, ну потому он тупо дает залететь в сайт всегда. Причем что-то мне показалось, что у него как будто какой-то радар хак, вот, который подсвечивает все мины. Да. Так, сейчас я до Сани дойбусь. Чё тебе надо опять, Сань? Да я хочу, чтобы Саня мне пиво, бля, притащил. Да хватит тебе, угомонись, бля. Да не, я... Да хватит! Блин, я не то нажал. Я сижу, сосу, никого не трогаю. Типа, у меня item experience прокачался на 2 уровня у мин у всех. Так. Так, сколько у меня осталось? 2400? 3400? Четыре 200 пятак, 6-7 тысяч, 8-9-10. Здесь 800, 1600, 13 тысяч очков накопить. Так.
Алло. Макс, ты куда отошел? Ну, короче, это, Макс, пауза. 2 минуты. Рома. Коняхин. Рома! Запускай! Алло, это, Макс. Ну, поехали. Да не, все, на сегодня конечно, я буду этого Саню заебывать, потому что он меня жестко обманул. Да, он террорист, ебаный. Рома. Алло, 1, 2, 3, ты что, меня не слышишь? Да прошел там нахуй, блядь, дурачок, блядь. Это, алло, Макс. Ну чего ты, хватит, поехали играть. Да не, я все, я на сегодня все. Я сейчас буду Саню заебывать, чтобы он это самое, чтобы этот магазин сходил, доширак купил. Ты солевой, блядь. Да сам ты солевой, бля, вот. Замолчи. Типа я льтушку прихладу, блядь, у меня. Хуй нахуй льтушку. Девой, блядь. Он, блядь, пришел и начал надо мной издеваться, обижает меня, блядь. А ну, это, Макс, давай, нападай на него. Ну, это никогда не убежал. Мама, угомонись. Да не, я правда что-то уже... В принципе, подустал-то и это самое. И хочу Саню куда-нибудь отправить. Я только пришел, куда отправить.
Тебе тушка нужна. Ты заебался своей альтушкой. Блять, что такое вообще альтушка? Мне Макс сегодня рассказывал, я что-то так понять не смог. Ладно, что, Макс, это, прощаемся. Вот я тебе говорил, какого тебе пива не надо, угомонись. Так, не, погоди, без пива не было бы контента. Это бы тоже двоякая, это палка о двух концах. А если бы взял кто-то душу, то что-то пиво. Или бабки за водку пиво. Суки, вы что, сговорились, что ли? Дай соску. Бля, Сань, ну в натуре сходи за этим. Бля, ладно, не в пивко. Чё они с режимами сделали? Уйди в хуйню с ним. Да не, блин. На, Макс, давай. После ты никакое прощальное слово не сказал. Я все еще жду, что ты вернешься. Да не, я уже. Блять. Я уже не вернусь, звучит довольно грустно. Но я все-таки вернусь когда-нибудь. Ну ладно. Давай. Че ты долго еще вообще сидеть будешь? Ты забыл, что у меня отпуск? А, блядь, точно, ты ж в отпуске, сука. То есть ты лоботряс буквально неделю, да? Ладно, все, я перестаю шутить. Все, иди через. Если что, завтра созвонимся. Давай.